business. Welcome. Добро пожаловать. Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill. С Артемом Дмитриевым. Chill. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill. На календаре март. Я спешу поздравить вас с наступлением весны. Если быть совсем точным, на календаре 7 марта. И я записываю этот выпуск, стоя посреди города Санкт-Петербурга. Вокруг меня приблизительно 10 миллионов человек. Среди них приблизительно половина — женщины. Накануне праздника 8 марта я, честно говоря, побаиваюсь выходить на улицы. Боюсь встретиться лицом к лицу с той самой женской энергией, о которой пишут и говорят многочисленные коучи и психологи. Дамы, примите мои искренние поздравления с вашим праздником, с тем, что вы, пожалуй, главное, что есть в этом мире. Сегодняшний выпуск будет посвящен исключительно женщинам. Искренне надеюсь, что мужчины, которые слушают Chill и которых традиционно больше, чем женщин, слушающих Chill, уступят этот час самой прекрасной части человечества. Сегодняшний выпуск исключительно для женщин. Мужчинам тоже можно слушать, но... And you know that I'm right.
never been there before. It's only your first time. Maybe I'll forgive you. Maybe you'll try. We should be happy together forever. Этот выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, где мы делаем музыкальные поздравления. Многие девушки обрадованы мной и мужчинами, которые заказали эти музыкальные поздравления, а я их озвучил. Приглашаю послушать, что получилось на официальном сайте artdmitriev.ru. Музыкальные поздравления. Действительно не банальный подарок для самых любимых.
Выпуск для женщин. Про женщин, о женщинах. В конце концов, без вас, любимые, мы бы не появились на этой земле. Примите наши искренние поздравления. Надеюсь, если я объединюсь с сильной половиной человечества, вам не будет обидно. И выражу общее мнение. Женщины — это чудо. Кстати, совсем недавно в своем инстаграме я написал, что герой нашего времени именно женщина. Молодая, 30-летняя женщина, которая, скорее всего, учится на психолога, параллельно пьет татуировки
или затачивает ноготки таким же симпатичным барышням. Да-да, дамы, ваше время пришло. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам в ближайший год познать все прелести женского счастья. Пускай мужчины будут с вами аккуратны. Пускай солнце светит вам почаще и потеплее. Пускай ветер будет в спину. И ваши нежные улыбки украшают ваши лица. Сегодняшний выпуск для женщин. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Совсем недавно на YouTube я наткнулся на комментарий в свой адрес, что я совсем не понимаю женщин, что я абсолютно не разбираюсь в них. И как я смею рассуждать об этих утонченных особах? Вы спрашиваете, отвечаю. Действительно, я совершенно ничего не понимаю в женщинах. Ведь как можно понять то, что не поддается описанию? То, что полно самых разных эмоций, стихийно, чувственно. Да, я не понимаю женщин и не хочу понимать. Я хочу их любить. Дамы, с праздником! От нас, от всех мужчин, из Петербурга, и со всей страны, и со всей планетой. Будьте любимы и любите сами. Этот чил для вас. Чил, пожалуй, самая красивая музыка на свете. You know how I feel.
Возникает закономерный вопрос, а почему не вышел специальный чилл к 23 февраля? Искренне убежден, что этот праздник для тех, кто служил. Я вот, например, не служил. Всю дорогу занимался гуманитарными вещами. Сначала я был актером, потом я создавал бизнес. Теперь я учусь на психолога, и всю дорогу меня сопровождает чилл и разные женщины. Бабушки, мамы, девушки, жены. Любимые и нелюбимые. Все вы рядом. Спасибо вам за то, что вы такие. Будьте счастливы. И все обязательно будет чилл. Silver train right down the Hudson. Have lunch in Midtown. It's summer in New York. Post brand, yo, meander through the Met just like we used to. The odds are King Tut still summers in New York. We'll both review Fifth Avenue from uptown to St. Pat's. Indulge our vice, Italian ice, then walk through Central Park. It's summer in New York. And last, love, we'll order two espressos at a jazz club. Someone we know is gigging in New York. There's more to do
tomorrow to get lost inside the strand. Devote some time to Guggenheim. See Shakespeare in the park. It's summer in New York. Thank you.
На следующей неделе, по удивительному стечению обстоятельств, я окажусь в Беларуси, в городе Минске. Меня пригласили на особую чил-встречу. В кои-то веки это будет музыкальное мероприятие в центре города Минска в ресторане «Пинки Бандински». 16 марта в 22 часа начинается эта чил-встреча. Искренне надеюсь, что мы сможем создать особое чил-настроение. Приглашаю. 16 марта. Пинки Бандински. Night turned cold, the stars look down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me, my only friend? Who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. You ask yourself, who could it be? A solitary voice speaking out, set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know, but it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who would lay down his life for you and I, I had to say it, it's hard to say it, but it's probably me. Comes to your defense, and the jury is out, and your eyes search the room, and the only friendly face is all you need to see. Oh, if there's just one guy, who would lay down his life for you and I. It's hard to say it, it's hard to say it. It's probably me. It's hard to say it. It's hard to say it. It's probably me. Oh, it's hard to say it. It's hard to say it. But it's probably me. Oh, 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 oh. Oh, I would lay down my life. I would lay down my life for you. Oh, hey, hey, it's hard to say it, hard to say it, it's hard to say it, it's hard to say it, it's hard to say it. Whoa, whoa, whoa. Hard to say it, oh,
probably be. Whoa, it's probably me. Музыкальному проекту «Чилл» 17-й год. Я неизменный автор и ведущий этого проекта. Мы не однажды становились подкастом номер один в России и в Беларуси, и в Украине, которая, к сожалению, в последнее время не с нами. И каждый год, 8 марта, я поздравляю женщин с большим праздником. Благодарю вас всех за жизнь, за отношения, за нежность, за грубость, за все то, что вы в себя вмещаете. Сегодняшний выпуск для женщин, но уверен, что многие мужчины слушают его и присоединяются к моим словам. Буду настолько смелым, что возьму на себя эту ответственную роль преподносить вам подарки. Это «Чилл». Сегодня неизвестные песни чередуются максимально известными. Лирика с классикой. Как раз для женщин и для любви. Завораживает мысль, что ровно после того, как мы отметим с вами 8 марта, замаячит лето. А это значит, вдохновение будущего будет заряжать нас новой энергией, новыми желаниями. Жизнь продолжается. И словно объятия матери, словно первый вдох после рождения, все мы вновь окажемся перед лицом жизни. Это «Чилл». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
традиционно приглашаю вас оставить комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, ведь чил есть везде. Выразите свое мнение, как вам сегодняшний выпуск и этот час вместе со мной. Женщины, девушки, девочки, вас жду в особенности. Пожалуйста, оставьте свой комментарий и напишите, как вам специальный выпуск, посвященный вам же. Благодарю каждого, кто был сегодня вместе со мной. Приходите на официальный сайт chillrussia.ru. Там мы создали для вас круглосуточную радиостанцию с подобной музыкой «Радио Chill». Благодарю вас, кланяюсь в пояс, как говорят старообрядцы. Спасибо за ваше внимание. Услышимся спустя неделю. Пока. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.